Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о связи Audi со светофорами и московском трафике. Компания Audi смогла сделать то, о чем другие только мечтают. Немцы соединили светофоры с автомобилями. В Лас-Вегасе начал работу проект под названием «Время зеленого». Суть его в следующем. На автомобиле устанавливается специальный датчик. По сотовой сети он получает данные о том, какой свет горит по маршруту следования автомобиля. На дисплее машины выводится информация о том, сможет ли водитель успеть на зеленый, не нарушая правил дорожного движения. Если это невозможно, система порекомендует снизить скорость и поумерить пыл. В ходе испытаний на 20% снизилось количество автомобилей, которые останавливались полностью. Это не только хорошо для нервной системы, но и привело к снижению расхода топлива. В ближайшем будущем интеграция с городской сетью только усилится. Обмен информацией со светофорами позволит более грамотно просчитывать маршрут в системе навигации, что тоже экономит время и нервы. Вслед за Лас-Вегасом Audi планирует начать работу системы еще в нескольких американских городах. Потом очередь дойдет и до Европы. До нас тоже когда-нибудь. Глава департамента транспорта Москвы Максим Лексутов отрапортовал, что ездить по городу стало лучше. Снижению трафика на 10% способствуют морозы и новые правила парковки. Точнее, даже не сами правила, а тарифы. С начала декабря минимальная стоимость парковки в центре составляет 60 рублей в час. На некоторых улицах припарковаться стоит уже 200 рублей. А где-то действует прогрессивная тарификация, когда следующий час дороже предыдущего. Но скоро станет еще лучше, товарищи. В планах Дептранса расширение зон платной парковки. Теперь они появятся и в спальных районах. Как утверждают чиновники, об этом их попросили сами жители московских окраин. Платить теперь придется за стоянку возле станций метро, крупных торговых и деловых центров. Это означает лишь одно – что все соседние с платными парковками улицы будут забиты автомобилями. Появятся шлагбаумы, будут скандалы и разборки. Что ж, печально. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».